Всем привет! С наступлением осенних холодов встречать новый день в хорошем настроении все труднее. Но настроение обязательно пойдет в гору, если представить, что из дома ты выпорхнешь в новой одежде. Ну или хотя бы с новым аксессуаром, к примеру, в шляпе. Всевозможные сайты предлагают осенние головные уборы по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая шляпу, оцените, как вы выглядите в целом в большом зеркале в полный рост. Поля шляпки ни в коем случае не должны быть шире ваших плеч, а тулья – уже лица. Девушкам высокого роста подходят объемные широкополые модели с низкой тульей, а не высоким – миниатюрные высокие шляпки. Полным девушкам идут шляпки с полями средней ширины. Плотно сидящие шляпы могут обернуться головной болью, так что шляпу выбирайте только по размеру. Девушкам в очках не подходят обильно декорированные шляпы. Ношение очков предполагает выбор простой модели с полями, которые смотрят вперед или загнуты вверх. Существует 5 основных форм лица – овальное, круглое, квадратное, вытянутое и грушевидное. Женщинам с овальным лицом идут все виды шляп. Овальная форма считается идеальной и не требует коррекции. Женщинам с правильными некрупными чертами также будут к лицу небольшие очаровательные шляпки в стиле ретро. Круглолицым барышням не следует носить маленькие шляпки, котелки и таблетки, которые подчеркнут округлость лица. А соломенные модели шляп в деревенском стиле слишком простят круглолицых барышень. Чуть вытянут визуальное лицо – классические шляпы графической формы с высокой тульей. Поля могут быть разной величины, и если будут чуть загнутые вверх, тоже хорошо. Женщинам с квадратным лицом, наоборот, следует избегать графичных высоких шляп, потому что они подчеркнут тяжеловатый подбородок. А вот широкие поля, но не шире плеч, и плавный вверх сразу смягчат форму лица и придадут ему округлость. Женщинам с узким вытянутым лицом не идут шляпы с высоким верхом, визуально удлиняющим лицо. Исключение составляют модели, которые выглядят на пару размеров больше. А вот модели, плотно прилегающие к голове и имеющие элементы декора, цветок сбоку, бант и другие украшения визуально расширят лицо. Асимметричные шляпы, когда одна сторона больше другой, также будут гармонично смотреться с данным типом лица. Женщинам с грушевидным типом лица не стоит носить маленьких шляпок, плотно прилегающих к макушке. Такие модели подчеркнут выраженные щечки. Идеальным вариантом для широкого лица будут большие шляпы в курортном стиле с легкой волной у лица или асимметрией. На сайте Wildberries шляпу Флоппи сейчас можно купить со скидкой за 3335 рублей. Ее прежняя цена – 3790. Элегантные шляпы с широкими полями выполнены из 100% шерстяного фетра. Дополнит романтичный образ с платьями, деловыми костюмами или демисезонным пальто. Тульи шляпы округлой формы высотой 13,5-14 см. Диаметр шляпы 42-45 см. Донышко полукруглой формы, декорировано шерстяной лентой. На сайте Озон женскую шляпу сейчас предлагают со скидкой за 505 рублей. Ее прежняя цена – 936 рублей. Есть выбор цвета. В наличии головные уборы черного, фиолетового, красного, желтого, бордового и синего цветов. Размер 56-59 сантиметров. На сайте Яндекс.Маркет женскую шляпу сейчас можно приобрести со скидкой в 50% за 2990 рублей. Широкополая шляпа Queen Town от бельгийского бренда Herman выполнена из ворсистой мягкой шерсти оливкового оттенка. Шляпа хорошо держит форму, имеет округлую тулью и широкие, волнообразные, не спадающие поля. Тулью украшает серый фактурный ремешок с темно-серой вставкой посередине. Рядом с перетяжкой пришита акцентная перламутровая бусина с кристаллами, а также белый шильдик Herman. Обрезной край не обработан, что является показателем фетра высочайшего качества. Для комфортной посадки шляпы внутри предусмотрена мягкая прошитая репсовая лента. На дне шляпы есть фирменная печать с датой основания бренда 1874 и отметками, которые обозначают, что аксессуар сохраняет форму при транспортировке и обладает водоотталкивающими свойствами. Высота тульи 12 см, ширина полей 9,5. На сайте La Mode женская осенняя шляпа сейчас продается за 1490 рублей. Состав 100% шерсть, цвет красный, страна-производитель – Гонконг. На сайте пильников.ру женскую осеннюю шляпу Юлия сейчас можно приобрести со скидкой в 15% за 3902 рубля. Цвет коричневый, материал изготовления фетр, страна-производитель Россия. Эксклюзивная модель с широким волнообразным полем, загнутым с одной стороны и украшенным объемной композицией из фетра, перьев и легкой сетчатой вуали. В подкладке из саржевой ткани расположен удобный регулятор размера. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!